Привет, друзья! Сегодня 11 октября 2017 года. Это Днепропетровск. Я нахожусь в сквере. Вот как вам сказать, это недалеко за диорамой, который парк, сквер здесь находится. Я здесь нахожусь. Здесь у нас есть такой мемориальный комплекс погибшим милиционерам. Сейчас я вам его покажу. Ну вот, мемориальный комплекс, написано «Загиблим солдатам правопорядку». Ну, давайте с вами подойдем поближе и посмотрим, что здесь написано. Памятник встановлений у грудні 1995 року співробітникам органів внутрішніх справ Дніпропетровської області, які загинули при виконанні службового обов'язку на кошти органів влади, працівників-ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей, організацій, установ та підприємств області. На этой плите еще что-то написано, сейчас прочитаем. На цьому місці знаходиться священна земля з могил загиблих. Спасибо, если досмотрели это видео до конца. Нравится? Подписывайся на мой канал. Ставь класс. Делись им со своими друзьями. С вами был Виталий, канал Vital Way. Приводи своих друзей.